А ну стой, Дед Мороз! Я хочу быть Снегурочкой. О-о, все Снегурочки закончились. Могу дать костюм Эльзы. Сколько можно уже этой зимы? У меня нос отмерз. Дед Мороз, отстань! А где мои подарки? А ну быстро неси сюда. Может быть, мне признаться, что это я все подарки украл? Оставлю ей свой баллончик. Да! Вот, здесь теперь спрятан баллончик. Валеришка, Нел, привет! А у тебя уже стоит елочка на Новый год. Если да, ставь лайк. У Грини Новый год, всем привет! Привет, друзья! Вы знаете, что вышло обновление Frozen? Да. День первый. Что у нас сейчас произошло? У нас Грэнни Снегурочка, что ли? Да. Я знаю, вы очень давно просили поиграть нас в Грэнни Фроузен. И мы с вами сейчас посмотрим, почему оно такое все зеленое. Как елка, наверное, да? А может это Гринч? Да, точно, Гринч побывал уже у Грэнни, по-любому. Какая у нас Грэнни? Не знаю, давайте на нее посмотрим. Говорят, она сейчас красотка. И у нас еще, кстати... Со снежинками будет нас колдовать вместо дубинки снежинками. Да, здесь, кстати, очень классное теперь ружье. Оно вот такое голубое и получается ледяное. Грэнни? Может, мы вообще теперь стреляем льдом и замораживаем теперь. Скорее всего, мы действительно замораживаем Грэнни. Как Саб-Зиро. Так, давай сегодня, Валерий, ты попробуешь бежать на машине. Да. Давай посмотрим. И, кстати, вначале Валерий вам покажет Frozen, а я потом покажу вам, вышла уже вообще новая часть Грэнни 1.6. Ребята, а мы сегодня посмотрим паучка? Я думаю, да. Вот, Валерий как раз видела, да, в 1.6 вышел новый питомец. Вон она. О-о. Ой, а-а-а, подожди, бегаем. Видели? Она голубая. Ребята, тикаем. Смотри, она обходит, беги скорее. Ребята, почему внизу кола нарисована? Кола. Ну, наверное, новогодний символ, знаете, уже как этот. А я, кстати, не договорила. Я вам сегодня покажу новую часть 1.6 с новым питомцем. И там появился, кстати, газовый баллончик. Там вообще много новых приколов. Давайте очень посмотрим. Много. Серьезно, будет очень круто. А мы сегодня Сландерину посмотрим, как ты думаешь? Я думаю, попробуем посмотреть. Если нам Грэнни ничего не сделает и не впоймает раньше времени. Какая машина? Машина новогодняя. Тачка. Да, смотрите, у нас голубое ружье. У нее что теперь, лимузин? Да, почти лимузин, ребята. Кто бы хотел покататься на лимузине? А ну, скажите. Пишите в комментариях и ставьте лайк. Если ты будешь жениться, то тогда покатаешься на лимузине. Почему сразу жениться? Обычно тоже можно на нем покататься. Просто арендовать и катись себе куда хочешь. Да хоть в Париж. В Париж? Ну ладно, договорились. Так, ну смотрите. Сейчас у нас Грэнни очень интересно. И очень с ней надо быть осторожными. Интересно. Она резко появляется в этих версиях. И сейчас Грэнни очень интересно очень и быстро. Загадочно. Загадочно. Она нам сейчас новогодние подарки приготовила. Эй, только Грэнни. Осторожно, вот она идет. Надо хоть ее как-то рассмотреть пока. Поближе, вам не кажется? Пока-пока. Но, кстати, если мы сбежим на машине, мы ее увидим, когда она будет... Стоять, да, если у нас получится сбежать. Фух, так, слышали? Быстрее. Мы уже достали. Отвертка тоже голубая, смотрите. Она идет! Валерий, беги скорее! Капкан. Наставила капканов. Вообще, кстати, здесь еще очень прикольно в капкан попасть. Надо тебе потом попасть, там прикольно появляется, я вам покажу. Так, ну что, давай сюда. Не буду я в капканы попадать. Да, ну старайся не попасть, потому что Грэнни у нас уже их расставила по всему дому. Давай она догоняет тебя. Я ее буду кругами водить. Водить кругами, это, конечно, прекрасно, но она же тебя сейчас где-то догонит. Возьми ружье и стреляй. Так она еще не собрала его. Собрала. Да? Так... Да, она только что с ним бегала. А, точно. Валерий, вот так может действительно взять его. Бери отвертку и давай текать. А ну посмотри, она не идет за тобой? Нет, беги скорее. Давайте вниз. Давай сюда. Вот сюда. Так, где-то еще надо найти для питомца эту штучку. Помните, как у нас? Мяско. И мяско, и как его, подскажите мне. Ну, это такая штучка. Да, ключ, правильно. Ребята, напишите в комментариях, что так вы будете вот, дарить родителям на Новый год. Кто-то уже приготовил подарки? Валерий, ты приготовила родителям подарки на Новый год? Да. Честно, приготовила? Я сказала голосом папы. Да? Ну ладно, мне что-то кажется, что еще нет. Ну ладно, ладно. Я буду готовить. Будешь готовить? Правильно, ребят, готовьте родителям подарки, им будет очень приятно. Хотя бы яичницу приготовьте. Яичницу. Или манную кашу.
Особенно манную. Родители будут счастливы. Нет, манную точно не Они надо. Они будут прыгать до потолка. Просто Ура! Помогите мамам в новогоднюю ночь. Вот это будет очень... Она идет. Тихо, как она здесь оказалась? Мама, ты меня чуть это... Я тебя напугала. Нет. Мама всех пугает, сидит. Ребята. Мама, не пугай. Ну, согласитесь, вы соскучились за Гренни. Хоть немножечко, хоть чуть-чуточку. Фрозен, она такая прикольная. Так, и давай очень сюда. Странная. Так, вот. Вот эта штучка. Так, отлично. Эту мы штуку нашли, как минимум. Питомец штуку. Будет спасен. Я надеюсь. И накормлен. Так, беремянская, идем вверх. Интересно, пойдем посмотрим. Какой питомец, не так? Знаю. Клади его вот сюда. Кормушка, так. Вау. Смотри, он зелененький. Он действительно новогодний. Он такой милый. А на бочках кто нарисован? Ребята, год Свинушка. 2019. Какой Свинка. Год? Свинка. Беги скорее, давай. Зажигай, Валерий, зажигай. Что ты ждешь? Она не отойдет, Валерий, едь. Бау. Все, пока. Она бы все равно не отошла, не волнуйся. Все, пока, Гренни. Бау. Давай, быстрее, быстрее. Мы бампер ломаем, мы все ломаем. Гренни, ну выпусти нас, а. Она застряла. Никак нас не выпускает. Ну ничего, мы сейчас уедем, она появится сзади. Она легла поспать. Она с нами хочет, ребята. Фу, я же говорю, ей скучно на Новый круто. Год. Да. Ура. Ну, а это потом. Эльза, да? Зен. Это Эльза, конечно. У нас же Эльза в голубом платье. Ребята, день первый. Смотрите, как написано, даже буковки другие. Видели, как они выглядят по-другому? Day one. Да. Ну что, смотрите. Они размыты какие-то. У нас, получается, мы попадаем в классический вариант. Стены да? те же. Ну, потому что обычно всегда 1.6, когда идет обновление, это классический вариант, как мы привыкли Мама, с серой. Ты картину поплавила. Я все посбрасывала, сейчас она придет. А на шапке, серьезно, ребят, это новогодняя Новый версия. Год. И наша Гренни тоже. Новый год Санта. Слетает с неба так, или так как сказать, она очень быстрая. Ребята, она очень шустрая. Ребята, Новый год слетает с неба или из лесу идет. Ребята, надо быть очень осторожным, потому что она здесь очень шустра. Вы видели, как она бегает? Да, она бегает как сумасшедшая, как свой паучок. Как паучок, это точно. Так, ну что, мы с вами сейчас найдем Какие батарейку. Все странные. Я попробую сбежать Через с двери, все-таки, чтобы показать вариант, как выглядит с двери. Валерий, кстати, а во Фрозене она очень классно выглядит, когда с двери избегают. Там на улице какие-то шары прямо на деревьях. Давайте обязательно еще сбежим через дверь потом. Захотите? Да, если захотите, наберете 500 тысяч лайков, то мы сбежим через 500 дверь. Тысяч, Валерий, у нас не было, давай хотя бы 5 тысяч. Ребята, это 5 тысяч. Это очень мало. Нормально. 10 тысяч. Да ладно тебе. К Новому году, Валерий, давайте 10 тысяч соберем. Тихо. Чтобы мы сбежали. Она идет. Все, аккуратно, она идет. Смотрите, она за мной бежит прям уже. Видели, какая она быстрая? Слышали? I see you. Нет. Так, а где наш Мишка а вообще? А прикиньте, если бы она сказала hide and seek. Подождите, это что у нас такое? Прятки. Ладно. А что это такое? Что это? Не знаю, как будто зажигалка, ребят. Но это... А может мы ее это не зажжем? Баллончик? Нет. Может мы ее зажжем? Нет, ребят, это не баллончик. Возможно, а не знаю, давайте подумаем. Это же какие-то обновления вышли. И надо разобраться. Hide and seek. Капканы. Да, капканы она наставила. Вот, смотрите, это мы кот. С вами сейчас кот. Соберем мы кот все. Взяли. Так. Да, кот забираем. Где? Что это такое? Ее нет? Тогда не знаю. Оу. Давайте. О, тихо, аккуратно, камера. А не было этого. Вообще круто. Сколько Вообще новинок. Вообще круто. Валерия, не копируй меня. За мной дублируешь. Вот сюда. Так, смотрите, мы заберем вот эту штучку. А все-таки что это? Это тоже, скорее всего, какая-то у нас уже деталь. Может это для той камеры? Не знаю. Может, честно. Это зажигалки, чтобы поджигать Грейли? Давай поищем ему место. Или. Мама, давай ему во все места повставляем, чтобы ушел. Нет, сейчас мы должны понять, что это такое. Может быть, это какая-то новая этот. Штука. Или вот сюда попробую. Давайте попробуем сюда. Да. Да? Да! Да! Вот, здесь теперь спрятан баллончик. Это какой-то. А что он такой микро, маленький? Дверь, короче, это теперь тоже на замке. Да. И теперь, ну как микро? Баллончики, на самом деле, они такие есть, миниатюрные, малюсенькие совершенно. Гренни, иди сюда. Ты елку тут поставила, молодец. Давай сюда, аккуратно. Гренни, что иди здесь? Сюда. Мы сейчас баллончик. Хороводы пойдем. Пока да. Давайте поводим. Нет, пока нет, сейчас я ей попробую этот баллончик на ней. Гренни, иди сюда.
Кстати, вот на самом деле баллончики, это мне папа дал баллончик, когда я пошла на первое свидание. Это мой секрет, ребят. Зачем тебе баллончик? Потому что он защищает. Ну, как бы он может остановить любого человека, который к тебе подходит близко, ты пшикаешь, и он теряет зрение, как бы ему плохо становится. Главное, не перепутать и в себя не пшикнуть. Вон она в стенку пошла, смотри. Вот, видишь, она елку уронила, и плохо. Гренни! А, смотрите, баллончик ее останавливает. Видишь, как он ее тормозит? Но она буквально очень быстро приходит в себя. Смотри, тык-тык. А пшикать можно бесконечно или кончается газ? Не знаю. Так, ребята, смотрите, я беру эту штучку. Мам, а покажи, какая у тебя была история. Скажу по секрету, но попозже. Главное взять мяско и отправиться питомца. Кстати, расскажите, какой вам понравился питомец больше? Вот этот паучок? Или все-таки предыдущий? Мне пушистый нравился больше. А тебе, Валерий, какой? И тот, и другой. Да? Ребят, напишите в комментариях, какой вам понравился питомец больше. Они обе милахи. Милахи? Да, уж милахи еще те. Гренни! Мы так и не посмотрели, сколько можно использовать баллончик. Ребята, если вам... Но зато мы у нее попшикали. Попробовали, так точно. Ребята, скоро уже Новый год, мы уже ждем, не дождемся. Пишите, какие вы уже загадали подарки на Новый год. Какие вы там подарки нового Деду Морозу записали? Все, ребятки, встречаем. Мы всех очень любим. Всем пока-пока.